либо цедрусы. Так, этот, ну, где-то 5-6-летка приблизительно. Просто великолепный. Цвет замечательный. Вот, смотрим, какая толстая. Там. Достаточно толстая. Там. Вот. А вот остальные, этот вширь пошел. Он на известковых потоках. Здесь ему защелачивание получается. Как бы глина, известь, она с водой течет. И он похуже, послабее. И вот эти тоже. Вот это тоже совсем красный. И вот этот хороший тоже. Но чуть похуже, чем первый. Смотрим толщину. Да. Вот это вот красное дерево. Кедр калифорнийский. И еще там. Это самый старший. Это, наверное, 7 лет, может быть, 8 лет. Вот, смотрим. Толщина его. Сухой можно сравнить.